Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть The Curse at Isle. Вышло обновление 2 дня назад, если не ошибаюсь. Зураб. И 2 дня назад, по-моему. И, короче, вот, что сделали мы сейчас будем с вами смотреть. Но перед этим, прежде чем мы с вами начнем смотреть, мы посмотрим, естественно, аватарки, какие появились. Я уже, если честно, не помню, но, по-моему, вот эта аватарка стегозавра и галимима, по-моему, аватарки не было, да? Если да, напишите, я не помню, если честно, почему сарказуха еще нет. Сарказух уже полгода как вышел, а аватарки нету. Это косяк, это нехорошо, но я протестую. Так, ну и давайте начнем. Начнем мы, пожалуй, с ремоделей. И начнем мы с Рекса. Рекса, спинозавра и трицератопса. Этих трех динозавров ремодельнули, и теперь они более такие живые и настоящие. Вот насчет Рекса. Вот такая вот моделька. Мы сейчас за нее будем играть. Такая булочка, она уже не добрая булочка, она уже злая булочка. Прошлая ремодель была доброй булочкой. Вот так смотришь, и ну, она злая булочка, короче. Короче, это дефолтный первый скин, второй коричневый, более такой естественный, и третий, за который мы сейчас с вами будем играть, серенький, с такой черепушечкой. У меня 1000 кристаллов, спасибо большое людям, спасибо большое, кто понял, тот понял. Разработчику большой привет, и мы сейчас будем его, короче, покупать и будем играть. Я специально сразу не купила, оставила на видео, чтобы его купить и наслаждаться игрой. Кстати, у меня на прошлой ремодели динозавра этого Рекса не было третьего скина, я почему-то так и не купила. Тоже, наверное, из каких-то своих соображений. Берем голубые глазки, вот такие нам очень нравятся. Опа. Какие-то новые, да? Вот новые зеленые, какие-то прям вообще же. Вау! Прям мощно. Так, ну мы с вами берем наши голубые глазоньки и идем на 9-й сервер. Маленький сервер, на большие сервера не пойдем. Просто посмотрим нашу модельку. И что я вижу? Господи, он шикарен, ребята, с этим скином. Я чат хочу. С этим скином он просто шикарен, с этими голубыми глазками. А как он ходит, боже. Крики, естественно, не поменялись. Не поменялся ни крик, ни плавание. Все то же самое, просто моделька осталась. Ну, просто моделька поменялась. И поменялся, по-моему, бег. Раньше он летал, сейчас он реально бегает. Вот. Вот, он сейчас реально бегает. И, естественно, вот, короче, такая моделька, очень шикарная, мне очень понравился Рекс, я и на прошлом Рексе очень много играла, когда только-только вышла ремодель, прям постоянно умирала, выращивала, ну, просто шикарная ремодель, мне понравилась, и 10 из 10, никаких косяков нету, все ровно, все четко, и хвост, и голова, и, короче, что говорится, и хвост, и в гриву. Очень-очень милая моделька. Так, у меня пинг 62 какого-то хрена, но у меня, наверное, просто интернет уже слабый, ну ладно. В общем, вот такая вот моделька Рекса. Звуки, как я еще раз сказала, не поменяли. Добавили звук нюха. Я овца. Беги. Ну, короче, Рекса мысли. Следующий у нас спинозавр, вот такой вот, его сделали меньше, ему поменяли модель абсолютно полностью,
поменяли, он стал ниже. Но ходит он, кстати, на двух лапах. Он на этих передних не передвигается. Вот зеленый первый скин. Вот второй коричневый. И вот серенький такой, серо-красный, я бы даже сказала. Вот такой вот скин. Передвигается он медленно. У него 25% бледа и 4% перелома ноги. Что он там может поломать, хрен его знает. Но, тем не менее, мы сейчас с вами будем его тоже тестировать. Пойдем на где 0 игроков, потому что если я солью всех динозавров, я буду плакать. Так, вот наш спинозавр. Большой. Как я уже говорила, то крики не поменялись. Поменялись просто модельки, ихняя ходьба и ихний бег. Вот, он очень приземленный, я бы так сказала. Было бы, наверное, логично, если бы он ступал еще и на передние лапы, если он ползал бы. Но, наверное, это не очень логично. Хотя нет, как раз таки логично, очень логично. Крики не поменялись, все те же. Или поменялись? Нет, не поменялись, все те же. В общем, вот такой вот красавчик спинозавр. Очень тяжелый динозавр. Отклонить мы не принимаем, друзья. И очень хорошенький. Мне понравилась эта моделька тоже. 10 из 10. На спинозавре я люблю играть. Он хорошенький. Тоже очень грозный. Китайоза. Тоже. Грозный китаец. Я что, купила этот скин? Еба. Я же не могу быть сиреневой. Я его купила, походу. Походу, я купила его. Ага. Ну, раз купила, значит купила. Или просто такой баг. Да хуй его. В общем, вот такой вот спинозавр. Сейчас будем смотреть трицератопса. Трицератопса я еще расскажу. Я говорила, я вообще его не смотрела. Посмотрела только хищников, Фрекса и спинозавра. А трицератопса на начале обновления я вообще не смотрела. Так что вместе будем его оценивать. Но спинозавр — это, конечно же, красавец. Это хозяин, это мощь, это сила, это красота. Это лапы, как у Фредди Крюгера передние, просто, ну, мощный зверек. Мне очень нравится этот динозавр. 10 из 10. Ну, трицератопс — это динозавр на пофигизме. Он даже мне в камеру не помещается. Очень большой, рога большие. Это прям мощь, кость процентов 13 ломает, блит пускает 6%, но мне кажется, даже чуть больше он это делает, нежели тут написано, потому что такими рогами только, конечно, блит пускать и кость ломать, ну ладно. В общем, зеленый скин — это начальный скин, с такой синенький — это за монетки, и черненький такой за кристаллики. Ну что, ребята, мы, наверное, будем сейчас его именно и покупать. Уж очень он мне нравится. Купить. Отлично. Давайте еще на спинозавре посмотрим. Я просто не помню, чтобы я его прям покупала, но, видать, я его купила. Да, видать, я его купила, ну и бог с ним, ладно. В общем, сейчас будем на этом скине и играть. Естественно, мы выбираем самый маленький сервер, самый-самый такой ненаполненный, чтобы посмотреть всю мощь этого красавца. Почему ты лагаешь, я не понимаю. Да, в общем, вот такая вот дура, я бы сказала, очень мощный. Ну, крики, как я и говорила, не изменились. Ходьба, бег и удар. Ну, такими рогами, конечно. Мне кажется, или слишком длинные? Ну, соотношение рогов и головы, мне кажется, все-таки длинноватые рога. Ну, ладно, разработчику виднее. Ну, вообще, все равно красивая, конечно, модель.
Но эти рога, как у быка, это, конечно, очень круто. Это заслуживает уважения, внимания, оценки. Оценка 10 из 10. Это просто шикарная ремоделька и моделька, ну, в принципе, само обновление, оно шикарное, вполне себе неожиданное. Не было ни слова о том, что будут именно эти модели. Разработчик даже намека не кидал. Обычно он кидает какой-то намек, говорит, вот на таких-то, ну, динозавров или отправляет какие-то смайлики. Мы все сидим, угадываем, что же это будет за ремодель. Обычно он отправляет, а тут прям вообще тишина тишиной и вот так вот, такой вот сюрприз. Но тем не менее я жду, как и многие, как и все, наверное, ждут летающих динозавров. Хотелось бы очень сильно посмотреть, как это реализуется тут, что они вообще могут делать. Но я, конечно же, как и многие, наверное, понимают, что с летающими динозаврами все гораздо сложнее. И, короче, там надо и полет им выравнивать. Ну, это прям мощно. Мощное, конечно, задание, мощная работа. Это круто, конечно, в общем, вот. Итак, подводя итоги этого обновления, что могу сказать? Все модели, абсолютно все, 10 из 10. Само обновление 10 из 10. Мне очень нравится это обновление и модельки, которые нам предоставили, чтобы мы за них поиграли. Отдельное хочу сказать, что спинозавр и рекс — это отдельная любовь, сердечко, лайк, подписка, в общем, это все. Трицератопс, ну, я редко играю за травоядных, ну, играю. Ну, это чисто мое мнение, я играю, но очень редко. Трицератопс тоже, конечно же, очень хороший, но в сердечке остаются хищники. Это прям 10 из 10, лайк, подписка, комментарий. В общем, вот такое вот коротенькое видео, обзорчик было. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка, и всем... Всем-всем до скорой-скорой встречи!